Исторический факультет Белорусского государственного университета совместно с философским факультетом Западно-Чешского университета в городе Плзень провел первую научную конференцию «Чешско-белорусские. Общественные, научные и культурные связи в 19-20 веках». Участники форума представляли широкий спектр научных институций Беларуси и Чехии. Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет, Национальный архив Республики Беларусь, Академия наук Чешской Республики, Карлов университет и Западно-Чешский университет в городе Плзень. Первая конференция такого уровня, которую поддерживает посольство, которую поддерживает именно Карлов университет, Западно-Чешский университет и, естественно, исторический факультет БГУ. Первая белорусско-чешская конференция стала результатом многолетнего сотрудничества между кафедрой антропологии философского факультета Западно-Чешского университета и кафедрой истории южных и западных славян Белорусского государственного университета. Как структурное подразделение працюе одиная в Украине кафедра истории Поўднёвых заходних славян. На угол их усяго только засталося две у Московского университета и у нашего университета. Это на ўсёй постсоветской просторы. И кафедра инициировала проведение такого круглого стола. Она активно сотрудничала с университетами Чехии, Словакии. Проблемное поле конференции трагало такие вопросы, как белорусская миграция в Чехословакии, Чехии в истории Беларуси, развитие и становление отношения между Республикой Беларусь и Чешской Республикой, влияние постсоциалистической трансформации на развитие исторической науки. Самое интересное в этих докладах не эти информации, потому что вот они у меня уже есть, но это разные точки зрения и разные, я бы так сказала, ударение на факты. Конференция продолжила цикл мероприятий, включающих стажировку белорусских студентов в Западно-Чешском университете, первая стажировка чешских студентов в Белорусском государственном университете, ряд публикаций и другие мероприятия в рамках богемистического кружка, действующего на кафедре южных и западных славян Белорусского государственного университета. Конференция подводит итог, первый итог многолетнему сотрудничеству на кафедре западных и южных славян с кафедрой антропологии Западно-Чешского университета и создала такой прообраз научного форума, который мы, надеемся, будем повторять и расширять в отношении интересных для обоих народов тем. Конференция вписана в цикл мероприятий исторического факультета, посвященному 500-летию белорусского книгопечатания. Я рад, что это первое мероприятие именно здесь, что здесь принимают участие науковцы из Чешской Республики на этой конференции и будем обсуждать то, что нас соединяет. Я думаю, что это очень важно. Учитывая интерес белорусских и чешских историков к заявленной тематике, можно надеяться, что мероприятия подобного уровня будут проводиться на регулярной основе.